Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале Рецепты Лайт. Сегодня готовим быстрый и из простых ингредиентов ПП-торт на сковороде. Рецепт просто находка для тех, у кого нет духовки. Для коржей белки отделить от желтков. Желткам добавить творог, подсластитель и ванилин. Размять вилкой или пробить блендером. Влить теплый кефир. Все сухие ингредиенты смешать. Несколько этапов просеять к жидким ингредиентам. Белки взбить щепоткой соли до устойчивых пиков. Ввести белки в тесто. Сковороду хорошо разогреть. Можно смазать каплей масла. Выложить 3 столовые ложки теста. Жарить панкейки диаметром 16 см на медленном огне под крышкой с двух сторон. У меня получилось 6 коржей. С помощью тарелки диаметром 15 см подровнять края. Обрезки понадобятся для обсыпки торта. Для крема сухое молоко обжарить на сковороде до золотистого цвета. Затем измельчить блендером, чтобы не было комков. В миске смешать мягкий творог, греческий йогурт и подсластитель. Всыпать обжаренное сухое молоко. Перемешать. Выложить корж. Смазать кремом. Примерно 40 грамм. Накрыть вторым коржом, промазать кремом, выложить кусочки банана, повторить действие. Верх и бока торта смазать кремом. Обрезки от коржей подсушить на сковороде. Добавить к ним 20 грамм арахиса и все измельчить блендером в крошку. Обсыпать торт крошкой. Убрать на ночь в холодильник пропитываться. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайк. Пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!